Don't forget to like this video and also subscribe to my channel. Brooklyn Production представляет. Сегодня у нас интересная бритва в первом использовании будет. Бритва Ultima с открытой головой. Ultima Open Comb. Давайте вам ближе покажу. Вот так вот. Вот так вот это выглядит. Чудо. Чудо, которое должно нас порадовать сегодня в бритье. Значит, Ultima. Бритва сделана из нержавеющей стали. Открытая гребенка. Тем самым преподносится как бы для длинной щетины. Такой маркетинговый ход. Длина общая составляет 88 мм. Ручка 77 мм. Диаметр ручки составляет 12 мм. Бритва регулируемая. Здесь 6 уровней агрессивности. Сегодня я выбрал уровень 2. Регулируемые станки здесь отдельная каста. Дорога всего одна. Бла-бла-бла. Все бритвы Ultima отличаются по степени агрессивности, вот эти деления, скажем так. И сегодня у нас двоечка, это порядка 0,80 мм гап. То есть первое деление это 0,65, второе 0,80 и третье 0,90 мм, 95 даже мм. Поэтому сегодня уже будем пользоваться 0,80, так как мы недавно проверяли бритвы, брились бритвой Yaki Ultima Slop косорез. Второе деление было 0,65, а здесь первое деление 0,65. Немножечко агрессивность задана выше. Очень доступная агрессивность была, достаточно хорошо побрились, но хотелось чуть-чуть эффективнее. Вот я сегодня выбрал вторую позицию, 0,80. Давайте я вам покажу по расположению лезвия. Вот так вот лезвие красиво находится. Как вы видите, у бритвы есть серийный номер, пронумерованный. Очень классно сделано, финиш обалденный. Ручка такая закручивающаяся, текстура с точечками. Достаточно по влажной руке чувствуется это действие. А так обычно это регулируемый станок Ultima. Ничего такого нового здесь нет. Единственное, что видоизменен габ и текстура ручки. Все. Ну и соответственно открытая голова.